Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Генри Джонс Таддеус. Реалист, художник-портретист, родившимся и получившим образование в графстве Корк, Ирландия. Неплохой, кстати, городок я там бывал. Родился Генри Таддеус Джонс в 1859 году. Поступил в школу искусств Корка, когда ему было 10 лет. Там он учился у художника-жанриста Джеймса Бреннана. Таддеус получил премию Тейлора в 1878 году, что позволило ему поехать в Лондон. А затем снова в 1879, что позволило ему продолжить учебу в Париже в Академии Джулиан. Его первая крупная картина была вывешена на линии, на уровне глаз, на парижском салоне 1881 года. Получал заказы на написание портретов, в том числе два папских заказа на портреты для папы Пия X. Стал членом Королевского географического общества. Получил еще несколько заказов на портрет. Последние годы жизни он поселился на острове Уайт и умер там 1 мая 1929 года. Ну вот так вкратце, данных не очень много, о Генри Джонс Таддеус, художник-портретист, реалист, который родился и получил образование в графстве Корк, Ирландия. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.